Такие ночи, чем-то похожие на сказку, Ева Игоревна смотрела на выпавший снег так, как если бы он наполнял ее необъяснимой надеждой. Так, например, Ева Игоревна представляла свою дочь в объятиях некоего француза, в котором по странной прихоти истории сочетались качества, столь заманчивые для слабой половины России. Однако некая высшая сила не соглашалась с выводами хозяйки и опускала ее на землю. Тогда на помощь приходила внучка. Ева Игоревна представляла ее в белоснежном платье, расшитом стразами и танцующей по только выпавшему снегу так, что не оставляла на нем следов. На глазах Евы Игоревны наворачивались слезы, и уже некуда этой ночью было упасть звезде. Уже сейчас я слышу, как скребутся твои маленькие коготки, проверяя на прочность всякую ноту. Вырвусь ли на свободу? Куда же ты денешься, девочка моя? Никакой фальши не выдержит твоего светлого натиска. Как бы то ни было, я помогу тебе. У тебя нет выбора. Моя дорогая, моя скрипка, моя лиса. Завтра у тебя школа танца. Тебе надо хорошенько отдохнуть и выложиться до упаду. Мариш! Да, мам. Иначе скрипка в сердце твоем постепенно смолкнет. Что-то ты засиделась сегодня, доченька. Запомни, лисенок. Кисть. Это она задает высоту полета. Когда пасодобль начнет рассекать на арене воздух, именно этот взмах понесет тебя над толпой накидкой тореадора под дикие вопли испанцев. Ты пройдешь в сантиметре от смерти под 8 тактов кариты
и ничто не разбудит страх в сердце твоем. Ты узнаешь, что на земле существует трепет. Ты почувствуешь этот выгиб груди, лисенок, когда неизъяснимая сила прогнет тебя изнутри, и тысячи глаз, срывая с тебя одежду, потянутся к тебе. Но ты не заметишь их, дорогая. Кровь женщин, всех некогда живших на этой земле, кровь тех, кого жгли на кострах инквизиции под улюлюканье толп, кровь простых прихожанок, прячущих пытливые взгляды в платках, и моя кровь, лисенок, забьется в твоих венах, ведь это уже и твоя кровь. А пока спи спокойно, дочь. Доченька! Да иду. Не торопи свою музыку. Ты еще успеешь утонуть в ней. Ну вот, я как раз чаек заварила. Наверное, остыл уже совсем. Что-то ты засиделась сегодня, доченька. Ну что? Как там наш маленький лисенок уснула? Да, мам. Набирается сил перед будущими победами. Вы кого побеждать-то собрались, а? Да бросьте вы, мам. Кого нам еще побеждать? Не пишет. Ой. А у них там? У них там, поди, еще и снега-то нет. Снег в Альпах, мама. Только Альпы мне уже как-то не светят. Опять? За свою, дочка. Я? Я тут недавно про этот Париж такое слышала. Не дай бог. Что там эти негры вытворяют, а, дочка? Да при чем тут негры, мама? Хотя вы правы, мама. Колония мстит, когда метрополия забывает о тех, кого приручила. Ну ты... Ну это ты... Ой, да не берите в голову, мама. Да это же что это? Кто это на ночь глядя, а? Ой... Прости, Игоревна. Муж от рыбы приволок. Внучка. А, спит. Не возьмешь ли по дешевке? Вот. Что за рыба-то? Да карась гребаный. Руки, что ли, у него не с того места растут. Одних карасей таскает. Я ж говорила ему. Когда тебе будут аплодировать лучшие паркеты мира, лисенок, а они непременно будут. Итак, дамы и господа, победу в конкурсе одержала пара номер... Пара номер 7!
Ты сделаешь эти два оборота под рукавом его рубашки. Представь себя натянутой тетивой, лисенок. Жди, но не более того. Ну, давай. Да нет, Петровна, у меня денег-то на карасей на твоих. Пол пенсии давеча спустила. На французский на этот. Черт меня дернул. Репетитору-то позвонить. Ну, да внучке. Ба, ну язык что ли французский? Спросить хотела. И понеслось. Ну, так ты это... Не знаю, как дочери теперь сказать. Ты ведь ее знаешь. Не выдавай своих чувств раньше времени. Сделай вид, что тебе все равно, и тогда он выведет тебя на бис без пауз и жестко. А теперь чемпионский танец! Жди, дочь, всегда жди его руки. Весь смысл танца в этом. Так это, Игоревна, так, так возьми. Бесплатно. Пропадут ведь. Вы с икрой, что ли? Девочка моя, поверь мне. Поверь, настоящий танец начинается задолго до первых аккордов музыки. И когда он возьмет твою руку в свою, ты сама поймешь это. В эту секунду ты узнаешь, кто ты такая есть. Ой, ну что ты, я вытру, какая мелочь. Ну что ты, Мариш? Завтра карасей нажарю, за уши не оттащишь, лисенка-то. Так говоришь, уснула? Так уснула мама, ну сказала же. Она так устает на занятиях, что только закрывает глаза и дернется пару раз, и вроде как и спит. Обнимет лисенка своего и шепчет во сне что-то. Хорошо-то на улице как. Прям сказка рождественская. А я вот расплакалась нынче, старая. Прости вы, мама. Хотите, чтобы я разревелась? Прости меня, дочка, прости. Я когда давеча лисенка-то на танцы водила, я опять ведь не выдержала. Расплакалась я, дура старая. О, Господи, даже неудобно перед людьми-то стало. Ой, остыл совсем. Радоваться надо. А вы... Радоваться надо, а вы, Ева Игоревна, ой, миленькая, ну что же да вы? Не обращайте на меня внимания. Итак, допустите, поступает что-то. У нее же талант. Пойдемте. Ой. Возьмите мой. Послушайте. Я кое-что в этом понимаю. Как бы это сказать точнее? В ней что-то есть. Отчаяние какое-то. Свобода.
где-то в ней. Ах, да, вот еще что, это важно. Через 2 недели у нас будет конкурс губернатора. Это очень серьезное мероприятие, и нужно набраться, конечно, терпения, потому что будут усиленные тренировки, и платье нужно будет поменять. В общем, Мариш, лисенку нужно новое платье, да и туфли нужны. Ну, Зоя Дмитриевна, она вот что говорит. Говорит, чемпионат этот, как бы это сказать, открытый, что ли, и что съедутся туда чуть ли не со всей страны танцевать. Вот такие дела, Мариш. Господи, неужели конкурс? Наконец-то. Я уже вижу, лисенок, твой бликующий воском паркет. Вижу, как на короткой линии танца стоят 7 человек, удерживая руками цифры, лучшие из которых достанутся тебе, поверь мне. Господи, сколько света! Сколько света прольется на тебя, моя маленькая скрипка, моя лиса! Сколько света! В нем, в том ослепительном потоке платья твое, расшитое стразами, будет по очереди уничтожать их всех, стоящих вдоль колонн танцевального зала. Только те 7 с цифрами в руках не выдадут себя никогда. Они не покажут своего огня, поверь мне, поэтому не жди от них ничего. Не жди снисхождения, дочь, ты слышишь меня? Ты должна быть не лучше других, моя дорогая, даже и не думай об этом. Ты должна светиться так, чтобы ни у кого из судей не осталось лишних вопросов. Только не смотри на них, лисенок. Запомни, это их удел сохранять равнодушные лица, поглядывая на тебя украдкой. Пусть смотрят. Но не выклянчивай для себя жалких цифр. Пусть все поймут, наконец, что твой танец, лисенок, никакой не спорт, а так вибрируют в тебе струны, связывающие отчаяние и страсть женского сердца. Что будем с платьем-то делать, дочка, а? Что будем делать с платьем? Придумаем что-нибудь. Тебе виднее. Ой, балда. Господи, мама. Вот. Да ты что, дочка? Возьмите. Ты что это удумала-то? Этого должно хватить. Это же... Да ничего. Ну что ты удумала? Может, они для этого и дарены были. Ну как же это? Колония обретает независимость. Кстати, да, вы лучше скажите, какие танцы сегодня были? Господи, совсем из головы вылетело. Что отрабатывали, мама? Ну, дай бог памяти. Кажется, первый танго был, а второй... Ну, забыл. Ах, лисенок, когда среди ночи тени падут на набережную Сены, и когда воздух свободы вскружит вам, двум незнакомым людям, головы, thank you.
мадемуазель Дансву. Когда вы соприкоснетесь коленями, и твоя левая щека соединится с его правой, тогда ты поймешь, что для любви не нужны слова. Вся твоя предыдущая жизнь все померкнет в отточенном ритме танго. В этот миг ты впервые поймешь, что на земле существует трепет, и что окружающий тебя мир всего лишь день. Все исчезнет, когда, замедляя ход, вы окажетесь внутри музыки, вы откроете для себя величайшую тайну на земле внутри музыки. Время останавливается. И в ней можно жить вечно. Вы неплохо танцуете. Эске? Неужели? А пропос дан лез Альп, Лена же томбе. Кстати, вчера в горах выпал снег. Je voudrais vous inviter dans les Alpes. Приглашаю вас в Альпы. Vous devez, ça la mérite. Вы должны это заслужить. D'accord. Хорошо. Альпы — это что-то вроде Уральских гор. Такие же снежные. Такие же роковые. Марина. Мы уж это нет. Ici, Marine. Вот Марина.
когда все исчезнет, когда, замедляя ход, вы окажетесь внутри музыки, вы откроете для себя величайшую тайну на земле. Внутри музыки. Время останавливается. И в ней можно жить вечно. И как только это произойдет, лисенок, десятки зевак, аплодируя вам и теряя, как и вы, ощущение времени, откроют в вашу честь шампанское. Вы услышите этот звон и выпьют его за... Давайте уже спать, мама. Как оно случалось в этой квартире ежедневно, оба колеса, поочередно скрипя, увлекали дочь Евы Игоревны во мрак помещения, прогибая старые доски общежития вглубь ветхих комнат, задевая стены и косяки, вглубь хода старинных часов, куда-то вглубь безымянной человеческой памяти, в снежную пропасть русской души, к той кровати, где сопела, свернувшись калачиком, скрип колеса, кажется, начинающая уже слышать далекое соло своего сердца. И действительно, Ева Игоревна была права, некуда этой ночью, но больше некуда было упасть звезде.